Китайские вакцины в разгар пандемии помогли спасти жизни в Европе, в том числе в Венгрии. Об этом заявил глава венгерского МИДа. Прошлой весной весь мир закупал оборудование в Китае, чтобы защититься от коронавируса. Некоторые страны в Европе заказывали китайские и российские вакцины, чтобы спасать жизни своих людей, сказал министр иностранных дел Венгрии. Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая признала китайские вакцины и начала их закупать для населения. Сейчас обсуждается технологическое китайско-венгерское сотрудничество, чтобы китайские вакцины можно было производить на венгерских заводах. Мы считаем вакцины важным инструментом, который способен спасти жизнь людей. К настоящему времени мы смогли вакцинировать 65% взрослого населения страны. Мы стали первой в Европе страной, которая открыла экономику и вернулась к нормальной жизни. Министр иностранных дел Венгрии сказал, что в его стране никогда не рассматривали медицинские препараты с геополитической или идеологической точки зрения, и что сегодня Запад и Восток должны вести доверительный диалог.